Власти на неопределенный срок закрыли Тверской городской сад. Такое решение принято в рамках ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Накануне здесь провели дезинфекцию, обработали поверхности аттракционов, закрыли еще одно излюбленное место для отдыха – ботанический сад Тверского государственного университета. Проведение экскурсии приостановили, хотя сотрудники продолжают приходить на работу и ухаживать за растениями. Открыт пока только Парк Победы, о времени закрытия точно ничего не сказано.